Меня зовут Юра Лентер, и я хочу поделиться с тобой своей историей. С самого детства у меня внутри было чувство, что кто-то за мной приглядывает. Я был в этом уверен на 100%, но не мог объяснить, кто же это, почему я его чувствую, и почему я так уверен, что он рядом, но при этом где-то далеко. Однажды я задался целью выяснить, кто же это такой, почему каждый день своей жизни я его чувствую. Но в итоге я нашел только научные теории, которые не дали мне четкого ответа. Как-то раз мой друг принес Библию и начал рассказывать о том, что в этой книге есть все ответы. И я шутил по этому поводу и смеялся над ним. Но все закончилось тем, что он подарил мне эту книгу. Отказаться от подарка было неуважительно, поэтому я принял его и сказал спасибо. Но при этом думал, что хуже подарка мне еще не делали. Книга еще долгое время пылилась, но как-то раз я проснулся с желанием взять эту книгу и начать читать Новый Завет. История жизни Иисуса Христа дала мне ответ на самый главный вопрос. Теперь я знаю имя того, кто присматривает за мной, постоянно спасает от саморазрушения. И самое главное, я обрел суперсилу, которая помогает быть счастливым и дарить любовь каждому. Потому что это круто. Это была моя история, а ты поделись своей.